Здравствуйте, дорогие друзья, это программа «Попутчик». Мы в прямом эфире и в студии Павел Федоров. Сегодня у нас интереснейшая тема. Мы обсуждаем легковые полноприводные коммерческие автомобили ГАЗ. И в гостях у нас директор дивизиона легковых коммерческих автомобилей Горьковского автозавода Вадим Сорокин. Добрый вечер. Добрый вечер. И Вячеслав Субботин, заместитель главного редактора журнала «За рулем» и по совместительству пилот первой в истории боевой машины на шасси ГАЗ, полноприводный ГАЗ «Соболь». «Соболь», да. Второй пилот, Павел. Второй пилот. Здрасте. Да. Да, второй пилот. После тебя второй пилот. Друзья, сегодня мы в прямом эфире общаемся с вами, обсуждаем новинки Горьковского автозавода именно в сегменте легких коммерческих автомобилей с полным приводом. Возможные пути развития, интересные решения, будущее этого рынка в нашей стране, потому что ни для кого не секрет, что именно ГАЗ удерживает до сих пор лидерство в сегменте легких коммерческих автомобилей. Более половины всех машин, которые ездят по дорогам не только России, но и всего СНГ, это именно Горьковские автомобили. Кроме того, мы сегодня можем узнать много интересного, воспользуясь тем, что у нас в гостях действительно человек, который руководит всем этим проектом. Поэтому не стесняйтесь, пишите к нам. Телефон прямого эфира 617-95-55. Это московский номер. Кроме того, можете оставлять смс-сообщения на нашем портале, мы вам будем с радостью на них отвечать. 495, наверное, все-таки. 495, да. Это код Москвы, на всякий случай. Друзья, давайте начнем с этого. Каким автомобили на сегодняшний день представлены в полноприводной линейке среди легких коммерческих автомобилей ГАЗ? И какие автомобили, на ваш взгляд, являются лидерами среди вашей продукции? Ну, первое. Горьковский автомобильный завод традиционно занимается этой линейкой продукта. Вспомните такие легендарные машины ГАЗ-69, которые до сих пор с определенной модернизацией производится на Ульяновском автомобильном заводе. Это машина, которая была создана в годы Великой Отечественной войны. Посмотрите на 66-ю легендарную машину «Шишига». Мы до сих пор развиваем и совершенствуем всю эту линейку автомобилей. И наши конструктора, я думаю, в России сохранили полную компетенцию по созданию этих продуктов. Сегодня вся линейка автомобилей, которые производятся на Горьковском автомобильном заводе, выпускается во всех вариантах. Это и задний привод, и полный привод. Я имею в виду и семейство автомобилей «Газель», «Соболь», «Баргузин». Я говорю и о среднетоннажных машинах, такие как «Садко», «Егерь», «Ермак», «Земляк» и так далее. Ну, просто наши дороги, они диктуют эти условия. Дороги, увы, у нас пока что еще не очень качественные. А кроме того, зимой даже качественные дороги подчас заметает. И здесь уже полный привод нужен всем. Да даже если бы были дороги хорошего качества, желающих отправиться вне дорог, их меньше не становится. Их, наоборот, все больше становится. Потому что это не просто необходимость, это еще и фан и драйв. Павел, ну ты же знаешь, ты же видел оффроуд, который участвует, скажем, в трофи-рейдах. Там ГАЗ-69, он ездит до сих пор и выигрывает соревнования в своем классе. Ну вот, вот реально, не просто вот... А ГАЗ-66 туда не пускают, потому что машина бы всех просто порвала, да. Но мы это все знаем, у них есть отдельный клуб, который ездит на свои собственные соревнования, потому что в общепринятые их не допускают. И все же, вот насколько вы чувствуете интерес к этой линейке в последние годы? Он растет, он стабильно одинаков? Первое, совершенно определенно, что он растет. И та тенденция, которая есть в легковом автомобиле, то есть мы видим, все больше и больше увеличивается объем кроссоверов. Также растет потребность в полноприводных машинах. Я уже не говорю о такой специфической и стабильной категории, как охотники, рыболовы, спортсмены. Я не говорю о той категории людей, которые живут и эксплуатируют свои автомобили, которые нуждаются в перевозке грузов в сельской местности. Даже в городе стоит заехать только во двор любого дома, и у тебя появляется возможность в полном приводе. Поэтому мы активно занимаемся разработкой этого продукта. Мы постоянно анализируем и ищем варианты, как его улучшить. Ну и я думаю, что в ближайшее время наши покупатели увидят результаты этого труда. Угу. Важное дополнение, Павел, что сейчас я вот стал более плотно знакомиться с продукцией ГАЗа. И очень верное направление сейчас там существует, современное, абсолютно современное, это комфортабельные автомобили с полным приводом. Именно комфортабельные. То есть это вены, абсолютно городские автомобили, семейные автомобили, но с возможностью выезжать на оффроуд. Причем серьезный оффроуд, на котором
любой кроссовер, это, ну, это так, это просто игрушки. Здесь, друзья, я считаю, самое время вспомнить все-таки о конкурентах. Мы все прекрасно знаем, что у нас существует такой, пока что еще живой, прямой конкурент этому автомобилю, это буханка УАЗ, который как раз уступает по этим параметрам. Совершенно очевидно, это армейский жесткий вариант, он великолепно проходимый, тоже легендарный автомобиль наш советский, да, в то самое время, что, вот что касается комфорта, что касается управления на обычной дороге, вот здесь они с Соболем, конечно, уже конкурировать не могут. А в то же самое время мы можем вспомнить и пришельцев, да, это иностранные производители легких коммерческих автомобилей, которые приходят в Россию и тоже начинают предлагать свои полноприводные автомобили. Другое дело, что там нет настоящих честных внедорожников, там муфты всевозможные, ну, такие вещи, которые на реальном оффроуде не работают. Вот в этом смысле, Вадим, как вы можете спозиционировать свои автомобили, в частности, давайте поговорим сначала о Соболе, например, да, наверняка вы, ваши специалисты, инженеры, сравнивали, смотрели на конкурентов, ориентировались. Вот какие есть плюсы, какие есть минусы? Ну, первый, мы совершенно точно контролируем, а мы в рынке коммерческой техники, мы контролируем стоимость владения. То есть на нашем рынке, на рынке коммерческих автомобилей, самое главное для нашего клиента – это возврат вложенных денег. На сегодняшний день, учитывая тот рост объема продаж, который происходит, говорит о том, что мы создали очень удачную и соответствующую вот тем потребительским настроениям, которые существуют сегодня на рынке. Не секрет, что люди уже не хотят довольствоваться достаточно аскетичным автомобилем, который, ну, просто решает ту или иную проблему доехать из одной точки в другую. Он хочет комфорт, он хочет удобства. С другой стороны, дороги наши требуют... диктует определенные требования по вездеходности этого продукта. Угу. И я думаю, что наш автомобиль сегодня, ну, почти идеально соответствует этому. Он, это не говорит о том, что там нет недостатков. И мы постоянно работаем над их устранением. Но сегодня я думаю, что Горьковский автомобильный завод производит очень конкурентоспособный продукт. Вадим, а вы можете сказать, в чем все-таки преимущество вашего автомобиля? Что за последнее время сделано, чем вы гордитесь? Будь то «Газель», первое, будь то полноприводный автомобиль. Что там нового-то? Посмотрите. Раньше это был ужас, на самом деле. Ну, первое, мы достаточно серьезно подняли и поработали над качеством самого продукта. Те изменения, которые проходили по «Газели бизнес», они одновременно внедрялись и на полноприводной гамме нашего продукта. Второе, появление дизельного двигателя Каменс существенно позволило улучшить сам продукт по надежности. Я не говорю о таких слабых болячках, которые традиционно были присущи нашему продукту, нашей «Газели». Это текущие сальники, это выход из строя подшипников, это кардан, тормоза, сцепление. Мы решили все эти проблемы по нашему проекту «Газель бизнес». То есть все это сразу принято одним махом на всех продуктах. Вот эти импортные подшипники, насколько я понимаю, импортные комплектующие, они присутствуют везде. Да. Раздатка стала производиться на заводе «Нижегородские моторы», и там шлифованная зубчатая пара. Она перестала гудеть так, как она гудела раньше. То есть, ну, проблемы решаются. Они есть, но они решаются поступательно. Ну, поступательно. Я так понимаю, что все-таки кардинально. Угу. Здесь нельзя сказать, что это перманентный процесс. Вот был мотор один хлоп, сейчас дизель. Дизель, причем самый современнейший. Вот современнее дизель Каменс, который сейчас есть. Я катался на этом дизеле. Ну, не существует. Это американский мотор, которые они только-только спроектировали, только начали выпускать. И они всю Америку этими моторами завалили. Там круче Каменса ничего не существует сегодня. И первая машина, на которую они поставили серийные, была «Газель». Ну, для меня это было открытие. Честное слово. Ну, это, с одной стороны, честь. С другой стороны, ни для кого не секрет, что надо под эти агрегаты, под мотор, соответствующим образом дорабатывать оставшиеся агрегаты, коробку, например, раздатку, чтобы все это выдерживало. Правильно я понимаю? Мы одновременно доработали коробку. Мы существенно улучшили раздатку. То есть все эти работы проводились в то время, когда мы тестировали и испытывали наш автомобиль. Ну, а совершенствование его и улучшение мы ведем постоянно. Я думаю, что
Вот уникальность нашего завода заключается в том, что мы такой локальный пока игрок. Угу. Пока локальный игрок. Но... Пусть все боятся. Мы, а? Пусть все боятся уже локальный игрок. Но мы ежедневно получаем информацию от наших дилерских центров о тех поломках и тех замечаниях, которые есть у нашего клиента. И ежедневно вся эта информация становится доступной для всех руководителей, и мы постоянно контролируем решение этих проблем. У нас как раз есть звонок от одного из потребителей, и, насколько мне говорят, это Московская область. Добрый вечер, слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Я звоню из города Уральска, меня зовут Лилианна. Мы с мужем открыли свой бизнес и купили газель дизельную. А в чем разница между бензиновой газелью и дизель, которая... И лучше ли дизель, чем бензин? Позвольте встречный вопрос. У вас полноприводный автомобиль или вот с задним приводом? Полноприводная. Интересно. В Раменск, Подмосковье. В Подмосковье уже требуется полноприводный автомобиль. Ну, да как только с замкат выехал, уже полный привод. В чем разница? Здесь как раз речь, наверное, о двигателе Каменс. Ну, первое. Мы производим, конечно, автомобиль семейства «Газель» с двумя двигателями. Это двигатель ульяновский, бензиновый. И эта версия автомобиля более дешевая. Она используется и применяется многими нашими клиентами, кто живет в северных районах и южных районах, кто дорабатывает ее до газовой версии, до двухтопливной. И этот продукт отвечает всем требованиям, которые предъявляет на сегодняшний день на рынке. «Газель» с двигателем «Каменс», она более дорогая. Она дороже на 100 тысяч в сравнении с бензиновой версией. И этот автомобиль обладает лучшей топливной эффективностью, и стоимость владения ее ниже, чем бензиновой. То есть за счет вот этой топливной экономичности, да, за счет КПД... Меньшего обслуживания, я так думаю, еще. Очень вложений меньше. Кроме того, если мы говорим о полноприводных автомобилях, ну вот как раньше было, как «Отче наш», да, это большой дорожный просвет, это рама, это нормальные блокировки и это дизель. И, соответственно, вот как раз в философии полного привода этот мотор с его хорошим крутящим моментом снизов, он соответствует больше всего. Вот к вопросу, кстати, о моторе. Двигатель «Каменс» мне удалось попробовать на боевой машине, на которой выступал Вячеслав Субботин. Могу сказать, что там специалисты «Каменса» специально провели работу, чип-тюнинг это называется, да, над двигателем, и увеличили мощность до 150 лошадиных сил. При этом специалист, который приезжал, он сказал, что в принципе предел есть и дальше, но он волнуется за надежность, поскольку автомобиль спортивный, большие предельные нагрузки, и, в общем-то, насколько... Я понимаю, механики команды сказали, что он мог бы сделать 180, только обходясь чип-тюнингом. Да? То есть это Павел, программированием, прошивкой. Павел, давай тогда вопрос зададим. А почему вот на типовой «Газели» бизнес 120 лошадей, а не 150 и 200? Ну, это определяет сегодня коробкой. Та коробка, которую мы сегодня производим, она обеспечивает крутящий момент 250 ньютонов на метр. Больше двигатель нельзя? Больше нельзя. Мы развалим коробку. Двигатель сам обеспечивает крутящий момент 340 ньютонов на метр. Поэтому для того, чтобы обеспечить требуемую надежность всего автомобиля, мы, естественно, задушили дизель. И у этого есть и плюсы. Я бы сказал, оптимизировали. У этого есть и плюсы, и минусы. А какие плюсы? Минусы заключаются в том, что... Возможно, в определенных режимах у автомобиля нет той динамики, которая могла бы быть и которую этот двигатель мог бы ему обеспечить. Но есть плюсы. Это топливная эффективность. У нас есть клиенты, которые говорят нам, что на трассе этот автомобиль потребляет 6,1-6,5 литров топлива на 100 километров. Это ключевой параметр, И на сегодняшний день это ключевой параметр для частного бизнеса. Хорошо, давайте о поведении автомобиля на трассе. Вот, насколько я знаю, проводились и тесты, и отзывы потребителей. Компромисс вообще, в принципе, для всех автомобилей. Хорошее качество бездорожья и отличное поведение на дороге – это очень тяжелая проблема. Ее решили, в современном мире решают с помощью кроссоверов. Это недовнедорожник и не полностью еще дорожный автомобиль. В случае с коммерческим автомобилем это гораздо сложнее, потому что нужно везти груз.
нужно вести на большое расстояние, и при этом требования еще более высокие. Да? Это хорошая проходимость и хорошее поведение на трассе. Как эта проблема здесь решается? Потому что однозначно признают при сравнении, много было тестов, Буханка против там, полноприводно Соболя или Газели, что на трассе он вне конкуренции. И все же, если сравнивать с аналогами импортными, сравнение, наверное, не совсем корректное, но человек, когда смотрит, он уже начинает более высоко ценить наш отечественный автомобиль. Он это проводит. За счет жесткой зависимой передней подвески рессорные машины, конечно, более трясучие, чем тот же Соболь с независимой передней подвески. Ты больше Вадиму сейчас расскажешь, я так понимаю. Я просто поделюсь соображениями. В моей семье Баргузин с передней зависимой подвески прожил 10 лет, поэтому я эту машину знаю очень хорошо. Он же все время директором был, как я понимаю. Он же автомобильный инженер, он сейчас расскажет. Хорошо, хорошо. Вопрос, да. Вот что с этим, с поведением на дороге? Ну, первое, мы работаем над этой проблемой. Мы понимаем недостатки сегодняшнего автомобиля. Что к ним относится? Повышенный шум. Ну, у нас постоянный включенный передний привод. И те, кто наиболее часто или постоянно, или 90% времени эксплуатирует этот автомобиль на шоссейной дороге, только 10% съезжает на бездорожье, но, наверное, нуждались бы или хотели бы видеть какую-то опциональную другую раздатку с жестко подключаемым передним приводом, наподобие того, что делает на Буханке. Это будет? Это будет. То есть вы над этим уже работаете? Мы над этим работаем. Образцы есть уже такие, катаете? Да, мы испытываем. И когда мы будем готовы, и когда мы убедимся в том, что мы можем поставить клиенту безукоризненно надежный автомобиль, мы начнем его производить. Это же еще дополнительная топливная экономичность, я правильно понимаю? Павел, абсолютно. А вот вы сказали о коробке, которая только 250, а та, которая больше. Уже есть эта коробка? Новая? Мы работаем будет? И над более мощной коробкой. Своя коробка? Своя коробка. Я не уверен, что это будет на 100%. Всех автомобилей. Угу. Возможно, мы будем ее ставить либо по заказу опционно. Либо мы будем ставить ее на длиннобазные машины. То есть это будет по требованию. Ну и последний шум. Шум определяется карданами. Карданы – это тоже и хорошо, и плохо. То есть в том случае, когда автомобиль не загружен полностью, углы передачи крутящий момент настолько высокие, ну или запредельные, особенно автомобили Соболь. Поэтому мы работаем сегодня над тем, чтобы поставить там карданы с шардирами равных угловых скоростей. Ну, то есть, я так понимаю, похожие проблемы были, в принципе, АвтоВАЗы с Нилами, да? То есть, они вот решали эту проблему, там же тоже концепция такая же, раздатка отдельно, да? И там и рамки какие-то делали. Да, это хорошая концепция. Корпус. Я же не спорю. Это совсем, я это совсем не знаю, что для внедорожника это то, что надо. Ну, а для шоссе? Ну, парень, покупай тогда для шоссе. Для шоссе и другие варианты. Угу. Я думаю, что на следующий год мы поставим на рынок уже машину по формуле 4:2 с жестко блокируемым задним дифференциалом. Это что такое? Можно подробнее? Да? Мы испытываем сейчас эти машины. Как только мы будем готовы, мы запустим их в производстве. Это будет дифференциал фирмы Итон. С электроуправлением, то есть достаточно будет нажать кнопку на панели приборов, и задний мост будет заблокирован, что обеспечит или даст возможность водителю выехать из глубокой колеи, из снега, тронуться на льду и так далее, и так далее. При превышении скорости автомобиля свыше 30 км она автоматически отключится. Ну, слушай, это вообще уже такой функциональная вещь, которая стоит. Нет, ну вообще компания Итон — это мировой производитель. Это, там... У нас звонок из Туапсе. Слушаю вас, представьтесь, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Иван. У меня такой вопрос к вам. По сравнению с УАЗовской раздаткой, изменилось передаточные числа или нет? Ну, честно говоря, я не знаю, какие в раздатке Ульянов... коробки передачи, а у нас раздатку изготавливаем мы. Да. Раздатку мы изготавливаем сами на заводе в Нижнем Новгороде. Завод называется «Нижегородские моторы», который делает на сегодняшний день коробку очень хорошего качества. Мы закупили оборудование последнего поколения для шлифовки зубчатых колес. И на сегодняшний день
с теми подшипниками, уплотнениями, которые мы ставим, у нас по раздатке больших проблем нет. Ну вот полноприводные и, соответственно, заднеприводные автомобили, там же разные главные передачи. Я так понимаю, для полного привода немножко пересмотрено это передачное число? Я не могу сказать, какие там конкретно передачи. Они меняются в зависимости от типа двигателя, от типа автомобиля. И я не считаю, что это, в принципе, принципиально на сегодняшний день. То есть автомобиль подбирается и делается универсальным для эксплуатации в любых условиях. То есть это и бездорожье, или если речь идет у нас о полноприводных автомобилях и шоссейные автомобили. Понятно. На какие автомобили делают упор потребители, клиент? Вот есть ли у вас обратный такой фидбэк, отзыв, что нужна точно понижающая коробка, да? Нужен точно пониженный ряд передач? Нужна какая-то более короткая или там вторая передача, или первая, чтобы можно было двигаться по бездорожью? Вот что больше нужно? Может быть, нужны самоблоки какие-то, да? Или это все возможно опционально, мы знаем об этом, но вот именно на завод приходят такие просьбы, требования? Нет. Завод работает непосредственно с дилерами, мы оцениваем и предлагаем те или иные вариации автомобилей, мы испытываем их в разных сегментах потребителей, мы отдаем автомобили нашим лояльным клиентам и, базируясь на этом, создаем универсальный автомобиль. Все конкретные требования и доработка автомобилей под конкретного клиента часто делаются в тех или иных тюнинговых ателье. Вадим, вот вы сейчас сказали, лояльный клиент – это что? Я могу быть лояльным клиентом? Или это корпоративные большие парки? Нет. Кто это? Нет. Это люди, которые, первое, имеют большой опыт управления, использования или работы на наших автомобилях. Те, кто ездил на «Газели Классик», на «Газели Бизнес», свыше 3 лет, для которых этот автомобиль является кормильцем. И мы передаем им новые версии тех или иных автомобилей, для того, чтобы они на них ездили и раз в неделю информировали нас о тех недостатках либо замечаниях, которые они видят в этих автомобилях. Ну, замечательная практика. А сколько схема, их по стране? Да. И вот какие регионы? Каждый раз, когда мы выпускаем ту или иную партию новых автомобилей, начиная с «Газели Бизнес», газовые версии автомобилей, дизельные версии автомобилей, скорой помощи, мы даже говорили с вами на эту тему. И вот сейчас по «Газели Next» мы передаем этим людям автомобили, это может быть 20, может быть 30 клиентов. То есть для вас важно, чтобы это были, наверное, разные регионы? Да, это скорая помощь, которую вы передавали, она полноприводная? Она полноприводная. А почему? Им нужны полноприводные скорой помощи? Да, эти машины эксплуатируются в Нижнем Новгороде, и это крупный город. Но стоит заехать, как мы уже говорили, в любой двор, где дороги не чистятся, особенно зимой, для того, чтобы подобрать больного и привезти его в больницу, нужен полный привод. И мы, кстати, с ними отрабатываем сейчас. Они тоже являются у нас одним из лояльных клиентов. Автомобиль с жестко блокируемым задним дифференциалом. То есть, возможно, это решение, которое может быть использовано на всех автомобилях скорой помощи. Я, например, видел в Красной Поляне в Сочи, вот наверху Полянской скорой помощи, это полноприводная «Газель» именно, не «Соболь», это огромная машина, и помощь у машин МЧС у них такая же есть. Да? Там, ну, там, понятно, там горы, там уклоны, там зима. Нет, скорая помощь – это отдельный рынок и отдельные требования. Я был удивлен, когда узнал, что скорая помощь за неделю наезжает до 2000 километров. 1800 вызовов. Ну, это хорошее испытание для вот всех узлов агрегатов. Ну, да не просто испытание, на самом деле такие автомобили это нужны. Это экстремальные условия, потому что наши испытатели на треке наезжают примерно столько же. У нас вопросы смс-голосования уже очень много, прошу прощения, что не озвучил. Кемеровская область, бизнес 9 месяцев, СУМЗ, удлиненная машина, супер, один минус, расход намного лучше предыдущий, написано вот так. Это минус? Что, расход меньше? Так, один минус. Наверное, расход больше. Имеется в виду ульяновский мотор, да, по сравнению, видимо, с мотором традиционным ЗМЗ. Есть такая вот история? Их вообще ульяновский мотор, насколько я знаю, не очень жалуют, в принципе. Вот а люди... что, Вадим, вы собираетесь вообще с газом сделать? У вас есть что-то в перспективе? Нет, по газу? Газ это... С ульяновским или с газом? Нет, имеется в виду газ. Мы работаем над повышением качества
ульяновского мотора. Ну и всегда репутация – это вещь такая длительного свойства. Сегодня ульяновский мотор гораздо лучше, чем его репутация. Но то же самое касается и «Газели». А почему? «Газель» сегодня гораздо лучше, чем люди думают, она есть. Ну, это нормально. Это тогда нормально. Принято ругаться. Это нормально. Я думаю, что те изменения, которые мы произвели за последние 3 года на Ульяновском моторном заводе и с этим продуктом, ну, кардинально изменили этот мотор вообще. А что конкретно? Первое – это и качество изготовления всех деталей. Ну, качество это что? Вы проверяете по-другому, шлифуете по-другому, станки другие. Да, мы поставили туда и новое оборудование. Мы добились стабильности процессов, то есть вариабельность всех размеров входящих в него деталей стала соответствовать тем требованиям, которые предъявляются к производству двигателя. Изменились конструктивно те или иные элементы. Это мы заменили помпу, катушку зажигания, датчики, пальцы. Мы продолжаем работать дальше. На сегодняшний день уже 20 автомобилей эксплуатируется у одного корпоративного клиента с гидрокомпенсаторами. Ого. Это современная штука. Я знаю, что регулировка стоит очень дорого этих клапанов. Ну, не так дорого. Друзья, может быть, не так дорого, как часто требуется. Да, как часто, да. Да, да. Ну, я имею в виду еще и иностранные автомобили, в первую очередь, там очень любят на этом нажиться. Дорогие друзья, давайте с вами проголосуем. В принципе, мы сейчас обсуждаем полноприводы, коммерческие автомобили Горьковского автомобильного завода. Хочется задать вам вопрос на 5 минут, небольшое голосование. Как вы считаете, нужны ли в России, в принципе, полноприводные коммерческие автомобили как таковые? Вы считаете, есть в них потребность или нет? Вот запускаем смс-голосование, через 5 минут обсудим. И у нас висит еще очень много звонков, по-моему, Саратовская область на связи. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер, здравствуйте, меня зовут Владимир, я с Балашова, у меня такой вопрос. Почему сняли с производства 405-й двигатель? Мы его никогда не производили, его производил Заволжский моторный завод. Ладно, вопрос второй. Снимается. Почему перестали ставить его на вопрос, на «Газель»? Что? Еще разочек. Почему перестали ставить на «Газель»? Вопрос понятен. Спасибо большое. То есть Заволжский завод, моторы традиционно ставились на автомобили ГАЗ, все к этому привыкли, 402, 405, 406, да. Мы сегодня производим «Газели» со своим ульяновским мотором, и мы видим возможность совершенствовать этот мотор в соответствии с изменяющимися требованиями на рынке, раз. Во-вторых, производство и использование своего мотора позволяет контролировать нам себестоимость. Я думаю, надо просто дать зрителю небольшую справку, что Заволжский моторный завод отошел к группе «Солерс», ну, какое-то время назад, да? И то, что всю жизнь, вот в «Алгарии» люди, которые всю жизнь ездят на «Газелях», они не понимают, что ЗМЗ может не сочетаться с ГАЗом, что это разные, вот теперь это разные семьи, да? И, собственно, вот... Да он может сочетаться, Павел. Нет, я имею в виду, что это разные мотор семьи. Мотор может сочетаться, да? Он не принадлежит группе об ГАЗ. Об этом и речь. Вот и все. Об есть собственный речь. Завод. Конечно, моторный, который, конечно, будет использовать. Будь ты хозяин. Когда ты используешь мотор другой компании, тебе трудно очень контролировать себестоимость. И никто не знает, что могло бы быть вообще с этим продуктом, если бы мы не перешли на свой собственный мотор. Сколько вообще «Газель» могла бы стоить и сколько мы могли бы их производить? Ну, к тому же, в неком смысле, компании там «Солерс» и «ГАЗ» — это все-таки конкуренты. Да, потому что на рынке понятно, что они могли бы это регулировать. Может быть, это не было самое удачное там распределение собственности. Ульяновский автомобильный завод всегда покупал ульяновский мотор с ульяновского моторного завода, а мы покупали с заволжского моторного. Но так сложилась судьба в начале 2000-х годов. Все. То есть мы должны работать, исходя из того, что у нас есть в руках. Совершенствовать двигатель своего конкурента не имеет смысла. Вкладывать деньги тоже а не что же, вдруг отблагодарят? Да, ну на это надеяться, конечно, не приходится. Спрашивают, возможно ли блокировка всех 4 колес на Соболе полноприводом, как на ГАЗ-66, Челябинская область, Олег? Я так понимаю, что... Я думаю, что первое, опасно блокировать все 4 колеса. Вот, опасно блокировать передний мост.
Хотя технически это возможно, и в некоторых тюнинговых ателье это делают. Пример так. Спортивный автомобиль, да. На котором Вячеслав выступал, да? Чуть попозже. Да, об этом, может быть, поговорить чуть-чуть попозже. Но то, что мы думаем, что мы сможем поставить на рынок стандартную машину с жестко блокируемым задним дифференциалом, с жестко блокируемым межосевым дифференциалом, плюс пониженная передача, это как раз тот автомобиль, который решает не спортивные задачи, а задачи потребительского характера на 100%. Вадим, вот только что группа Volkswagen презентовала автомобиль, это совсем недавно было, презентовала свой крафтер с полным приводом и сказали, mm-hmm. что вот сейчас в этом году они будут их поставлять в России. Так там блокируется все. Там блокируются межосевые, передний мост, задний мост. Все кнопками. Они не боятся? Они никогда ничего еще не поставляли в Россию. Никто не говорит, сколько это стоит. Это стоит, я сейчас скажу. И никто не говорит. 30 тысяч евро это стоит. Плюс к цене автомобиля не дешево уже. Да, и никто не говорит о том, сколько вообще таких автомобилей нужно на рынке. Это тоже возможность, во всяком случае. Они предлагают опционно. Мы видим, что это все-таки нищевые такие продукты, угу. на которые ориентировать завод был бы очень неправильно и дорого. Угу. Есть тюнинговые ателье, которые по требованию смогут это сделать достаточно легко. Коллеги, вот вам цифры. Приблизительно это наша выборка. Спасибо вам, дорогие друзья, телезрители, что голосовали. 88% из наших телезрителей считают, что нам нужны полноприводные легкие коммерческие автомобили. Это выборка телеканала «Автоплюс» сегодняшнего эфира, 5 минут. Какая-то статистика, на которую можно опираться. То есть потребность в этом есть. Давайте дальше по модельному ряду. У нас есть полноприводные «Соболи». Понятно, автомобиль еще может использоваться. Это бизнес, это частные поездки, охота, рыбалка, туризм. Более крупные автомобили. Это семейный автомобиль. Павел, это прежде всего семейный городской автомобиль. Я вот так считаю. Я ездил на этой машине. Это семейная машина. Два ребенка в семье, и куда-то в Лансер их посадишь? Согласен. Я бы тут спорил. Объем... У тебя тоже два ребенка. Ты помещаешься в своей машине? У меня в семье был баргузин. 10 лет. Я соглашусь и не соглашусь одновременно, потому что габариты автомобиля для города все-таки великоваты. В этом смысле минивэн более практичен, но он более дорог. Мы развиваемся по американскому пути, там всегда были большие машины. Купи смарт. Да, теперь он тоже официально представлен в России. Все же, вот проблема налицо. Супругу я бы за «Газель», за руль не посадил. За «Соболь» бы не посадил. У меня ездил на «Газель» супруга, когда отлично рулила просто. Парковаться удобно за счет того, что небольшой радиус разворота. Кстати, это не касается полноприводных автомобилей, он там большой. Как и у всех полноприводных машин. Да, особенности подвески. Но в то же самое время великолепная обзорность. Сдавать задом, ориентироваться по зеркалам – это проблема. Павел, сегодня какая проблема? Я понимаю, что 10 лет назад у тебя не было камеры и экрана, и не было парктроника. Сейчас поставь, как я себе поставил парктроник, поставил камеру. Вообще никаких проблем, не выхожу из машины. Все, можно ездить. И потом «Соболь» — это маленький автомобиль. Это реально маленький автомобиль. По американским меркам это маленький автомобиль. Это небольшой. Я сейчас отвечу? Давай, я воспользуюсь. Ты сейчас меня обольешь. Я сейчас отвечу Вячеславу Субботину. Вы, конечно, знаете, что мы с ним знакомы. У Вячеслава Субботина в личном пользовании автомобиль «Фиат Дуката». У меня и «Газель». Боевая. Боевая — это третья машина. Хорошо. А я хотел тебя подколоть, почему это ты вдруг ездишь? Я покажу. Друзья, давайте все-таки к теме разговора. Более крупные автомобили, уже профессиональные автомобили, скажем так, которые требуют категорию С, полноприводные автомобили, что здесь? Насколько велика в них потребность? Насколько вы ощущаете потребность от ваших заказчиков? И что в этом сегменте ожидают потребители? Куда вы двигаетесь? Я думаю, что те, кто обратил внимание на ту экспозицию, которую мы выставили в прошлом году на выставке «Золотая Нива», увидели ту линейку новых продуктов, а мы получили за нее 5 золотых медалей, которую мы готовим для сельского хозяйства. Это как раз полная линейка автомобилей среднетоннажных. Мы сейчас работаем, мы ведем эти проекты. И первым этапом для себя мы ставим, конечно, запуск. Первоочередной задачей – это запуск «Газели» Next.
Дошли, наконец. А? Next, дошли. Next. Все ждал, да. Когда. Второе, это работа над цельнометаллическим кузовом «Газели Next» и обновление нашего среднетоннажного ряда. То есть все сразу. И это, значит, это ближайшее будущее, насколько я понимаю. Ну, это ближайшие 2-3 года. Это очень быстро. А скажите, понимаю. Вопрос. Вот сельскохозяйственные машины – это некий госзаказ или это решение завода? Видите ли, за последнее время изменились условия ведения сельского хозяйства. Изменились требования нагрузки на ось. Изменились требования к емкости контейнера. То есть изменилась сама технология и машина, которую мы должны дать в село, а вообще количество автомобилей, которые там эксплуатируются на сегодняшний день, превышает 900 тысяч штук. Угу. Некоторые из них там евро-ноль, и это 70-е годы. То есть ясно, что вот это большой рынок. Скромно так евро-ноль. Да, ясно, что это большой рынок, и на сегодняшний день он не находится вот в фокусе внимания. Поэтому вместе с сельхозакадемией Горячкиным мы разработали линейку этих автомобилей. Она включает в себя не только линейку автомобилей Горьковского автомобильного завода, но и Уральского автомобильного завода, который полностью отвечает этим требованиям. Я думаю, что Урал будет чуть-чуть впереди нас, и он начнет поставлять эти машины уже, возможно, с начала следующего года. Но мы сейчас, после того, как завершим обновление нашего стандартного среднетоннажного грузовика, одновременно с этим подготовим автомобили для сельского хозяйства, где как раз есть все необходимые атрибуты для езды по пашне, внедорожью, лесам и так далее. Есть в этом ТЗ какая-то ценовая планка, которую вы для себя ставите? Что машина есть, должна быть есть, дороже? Есть, там? Есть, конечно. А сколько? Есть. Ну, по каждому автомобилю она разная. Мы понимаем, что на сегодняшний день, мы не говорим ведь об инфляции, это порядка 800 тысяч рублей. То есть не дороже. Выходить с этой машины не дороже. Друзья, ну это вот уже огромная пачка, порция новостей, которые нас ожидают в ближайшее будущее от Горьковского автомобильного завода в плане коммерческих автомобилей. У нас время программы потихонечку ближется к концу, и хотелось бы вам рассказать о еще одной новинке, премьера, которая состоялась этим летом, и на трассах чемпионата России по ралли-рейдам, и на большом ралли-рейде «Шелковый путь». Это, собственно, боевой «Соболь 4×4», который прошел весь ралли-рейд «Шелковый путь» за рулем пилот Вячеслав Субботин. Ну, сначала был Павел, ты был. Подожди, дай я задам вопрос все-таки по «Газели Next». Мы только что «Next» затронули, это же... Что это будет? Что это за автомобиль? Где мы его увидим? Когда будет продаваться? Ну, я думаю, что премьера этого автомобиля состоится на самой ближайшей выставке в Москве, где мы представим линейку на автосалоне из трех. Мы представим три автомобиля, с которыми вы там и познакомитесь, и узнаете о том, что это такое. Или что это есть. Это живая машина, это не макет. Это живые машины. Друзья, 29 августа, если не изменяет память, это правда пресс-день, страна, мир узнает, как будет выглядеть следующая газета. Я так понимаю, что это реально мировая премьера совершенно нового автомобиля. Первая партия автомобилей, сборка на конвейере начнется 6 августа. В понедельник, друзья. Она реально лучше, чем существующая «Газель»? Я думаю, что наши потребители по достоинству оценят те усилия наших конструкторов и команды всей Горьковского автомобильного завода. Этот автомобиль будет пользоваться еще большей популярностью, чем «Газель». То есть нас ждет сюрприз, мы даже будем удивиться. Будем ждать эту машину. Это интрига. Теперь давай расскажем о нашем боевом «Соболе». Это тоже пора менять. Это тоже мировая премьера. Друзья, в общем, пока мы здесь с вами обсуждаем, люди уже готовятся к запуску конвейера, ведь запчасти все подвозят заранее. Я думаю, уже вот эти вот новые какие-то там формы, новые запчасти, комплектующие, все это уже где-то складируется, потому что сегодня пятница, а в понедельник, собственно, старт запуска. Это опытных образцов. Старт производство на конвейере начнется в феврале. Старт продаж март 2013 года.
Ну, это совсем живая это история. Совсем, да, это да, уже да, не да. пустые обещания, это не Юмоби, прошу прощения, поклонников марки, это Газель Next. Давайте несколько слов. Записавшихся уже в очередь. Записавшихся в очередь, я там тоже числюсь. Боевая Газель, точнее Соболь 4x4. Автомобиль, который прошел испытания в условиях ралли-рейдов. Наверное, впервые коммерческие автомобили испытывают в таких жестких условиях. И машина, на удивление, доработанная Ульяновским авторемонтным заводом, специалистами тюнинг-ателье, наверное, правильно будет сказать, она показала себя очень достойно. Павел, это вот ты едешь да, сейчас. Да, да. Два слова об этом автомобиле. Во-первых, как вы согласились на эту авантюру? Потому что, насколько я знаю, ГАЗ вот так активно... Думаю, что год назад мы на выставке встретились. Да, был такой. Проговорили эту идею, и она нам понравилась. Я подумал о том, что ГАЗ имеет все для того, чтобы не просто участвовать, а и побеждать. Так, и в целом я преследую три цели. Первое – испытание машины вот, в экстремальных условиях, получение информации о том, что же там можно в конечном итоге улучшить. Второе – показать, что, это, что ГАЗ сегодня делает реально хороший продукт. Это реально надежный, безотказный автомобиль для России. Ну и последнее – это внутренняя наша активность. Люди Горьковского автомобильного завода имеют право и должны гордиться тем, что они делают. Вадим, согласитесь, что это был вызов? Вот да, такой это большой вызов. Перерыв в гонках. Ведь мы помним все газовскую продукцию, в частности, «Волги», в кольцевых чемпионатах, в ралли когда-то. Но прошел большой период времени с тех пор, как ГАЗ активно участвовал. Ну, посмотрите, с помощью там, коллег, партнеров мы же смогли это сделать. Вячеслав, докладывайте, в конце концов. Ну, потрясающий автомобиль, Павел. Это, я считаю, тоже мировая премьера, потому что никогда ни «Газель», ни «Соболь» не ездили в кроссе, тем более на таких соревнованиях уровня чемпионата мира. «Шелковый путь» — это следующий за «Дакаром» идет. Там все мировые звезды были. Когда они на него смотрели, если честно, они сначала улыбались. Они просто улыбались, говорили, куда вы приехали, просили подвести до ближайшей станции метро, писали на двери, двери открываются автоматически, с водителем не спорить и не отвлекать от дороги. Ну, в общем, шутили. Когда-то, как только мы попали в пески, мы начали всех обгонять. Это было такое колоссальное удовольствие, Павел. Это потрясающее удовольствие, когда ты обходишь мировых лидеров. Автомобиль-то серийный. Ну, на самом деле серийный. Раздаточная коробка серийная. Ничего не делали. Вот то, что Вадим говорил. Ничего не делали. Мосты серийные. Главные пары серийные. Двигатель серийный. Тормоза серийные. Ну, на 80% она состоит просто вот из серийных деталей. Ну да, мы отлифтовали и эту машину, подняли, кое-что поменяли. Естественно, мы сделали там все блокировки. Блокировки Ульяновского авторемонтного завода «Спрут». Это пневматические. Спереди поставили, сзади поставили. Ну, для спортивного автомобиля без этого никак. Потому что это было наше грозное оружие. Мы вытаскивали, мы всех объезжали, но она по песку мчится. Мы нигде ни разу по вине автомобиля не застряли. Да, по своему там, так сказать, вот... Вячеслав, похоже на сказки. Хоть какие-то проблемы были? Сейчас я расскажу. Вот что было? Я расскажу о сказках. Из чего он сделан сначала, я закончу. Хорошо. И одно из главных преимуществ, конечно, в автомобиле было... Как у любого внедорожника, мы поставили потрясающие шины, которые подняли его над дорогой на небывалую высоту. 260 миллиметров дорожного просвета. Это был Мишлен Latitude Cross. Это новое поколение покрышек, очень узкие, очень цепкие. Для нас это было открытие. Причем сам Мишлен подбирал нам их. Потом мы их тестировали. И над нами тоже смеялись над этими покрышками. А потом уже спрашивали, где купить. Потрясающие внедорожные и дорожные качества. В песке вообще не вязнет. Вот сделали такую машину, испытали. И недостатков, из недостатков был один. Оказался слабый мост, вот передний, ну не то что слабый. Один гонщик его угваздал, этот передний мост, Бульяновский, сломал пополам. Я не буду говорить, кто это сделал, но сломал пополам. После этого его немного наварили, усилили, и после этого я не испытывал проблем, таких, как это было на УАЗике. То есть я потерял даже ощущение приключений. Вот я потерял, потому что это была такая неизведанность на УАЗике, и я боялся, что я где-то сломаюсь, где-то что. А на Соболе я ехал и ехал, и это стало превращаться для меня в спорт. В спорт
тоже есть свои преимущества. Я уже стал стратегию отрабатывать, технику, где как проехать, как кого обогнать. И я перестал бояться, что у меня что-то сломается. В конце концов, я, конечно, сломал. Я, конечно, нашел слабое место. Я его сломал после очередных. Я стал прыгать. Ну, вот как я хотел, так и прыгал. Разгонялся, педаль в полу прыгал. Ну, ничего, машина приземлялась. В конце концов, перед уже в Ставрополе машина пошла в занос. Я валился в одну яму, потом валился в другую яму с таким, ну, об камень. Бабах! Думаю, ну, все. Говорю Рамилю Штурману, покажется, что там мы крепко бабахнулись. Он сказал, да, вот так с Пашей мы сломали передний мост. Я говорю, окей, посмотрел, руль стал на 90 градусов, ну, что-то явно сломалось. Ну, мы вышли, посмотрели, ну, вроде все в порядке, колеса ровно стоят. Так и поехали потихонечку. Доехали потихонечку, и только уже потом в парке, мы когда все посмотрели внимательно, мы увидели, что одна из рессор сломалась. Вот сломалась, треснулась коренной лист возле самой проушины. Это была единственная вот такая серьезная поломка. Ну, мы доехали, остальные-то листы в порядке были. Ну, скажу, что листы мы заменили. Это не были листы от Соболя. Листы мы поставили другие, сборные, от просто других, тоже отечественного производства. Но мы посчитали, что с ними будет лучше. Может быть, следующий вариант мы пересмотрим. Все. Спортивная машина. Главное, вот то, что я запомнил по Ульяновску, когда спортсмены подходили, интересовались, это, конечно, стоимость проекта. Потому что никто не верил, что можно построить автомобиль, вот взяв базу и вложив туда всего 500 000 рублей. Правда, при этом люди честно говорили, что не вкладывали еще инженерные работы, разработки. Это, конечно, очень большое дело. Но вот стоимость комплектующих, потому что все комплектующие отечественные, все родные, и туда никто не ставил. Ну нет, ну, комплектующие не то, что отечественные, это они не отечественные, они просто с газа. Ну, имеется в виду наши, не какие-то суперимпортные. Да. Мы знаем, что любые гонки – это гонка вооружения. Да? Взять тот же боевой КАМАЗ – команда мирового уровня, да, у них много своих наработок, там и мотор Ярославский, и Каменс они тестировали, но в то же самое время, посмотрите, там мосты СИСУ, там еще что-то, это уже там... Павел, причем ты ехал практически в призах, если бы ты не угваздал мост передний, ты бы приехал там, ну, на призы, ты бы был на подиуме. Вячеслав, не вгоняйте меня в краску, я до сих пор расстраиваюсь. А Ярославский завод, мотор, это мотор группы ГАЗ. А, ну вот, да. То есть вы в курсе камазовских дел? Да. Камазовские проблемы. А если бы вы ехали на наших рессорах, если бы их не заменили, я уверен, что у вас рессоры в этом случае не сломалось, потому что мы проделали огромную инженерную работу по повышению надежности рессора на «Газель Бизнес». А там стоят специальные алюминиевые проставки, которые, в принципе, ну, исключают. Мы перестали... Если ранее рессор ломалась при 80 тысячах нагружения, то мы остановили испытание, достигнув 2,5 миллиона. Ничего себе, это порядки уже. Это уже порядки. Ну да, да, конечно. Ну вот эта машина и эта гонка при вот минимальных вложениях оказалась для меня тоже открытием, таким мировым открытием, потому что на этой машине можно было проехать, ну, мне, невысокому профессионалу, приехать на 35-м месте на чемпионате, практически чемпионат мира, да куда там, выше чемпионата мира, это частная гонка, в которую приезжает мировые лидеры. Я не знаю, если бы приехал, конечно, Петранцель и Шлиссер бы доехал, я опустился бы на 37-ю позицию, я так думаю, но не более того. А я каждое утро на утреннем совещании руководителей говорил, на каком мы месте. И мы ждали последнего грязевого этапа и думали, что мы отыграемся. Мы были очень разочарованы. Мы говорим, вот 35-й, завтра мы будем... 20-й. Мы приехали на последнем этапе, на финальном этапе, 23-ми на самом деле. Мы улучшили, но мы же все-таки журналисты, поэтому мы в дороге, вот честно, Вадим, признаюсь, мы останавливались и фотографировались. Мы фотографировали соперников, как они там застряли. Мы собирали боевые трофеи, вот решетку от 200-го лэнд-крузера, которого мы там догоняли. Мы там подбирали, там лопатку я нашел, в которой кто-то копался. Мне Штурман говорил, Слава, ну зачем, мы проигрываем время. Я говорю, ну, мы едем на 35-м месте. Ну, ничего, мы еще догоним. Это же Соболь, блин, это же мой Соболь. Мы всех догоним. Ну, это было очень забавно. И действительно, все оценили. Ну, кроме того, у нас в команде, в нашей Зарулевской команде, была вся линейка автомобилей ГАЗа. Это был и «Газель-кемпер», в которой мы ночевали. Это был Валдай, который тянул работу вот как кошачок. Он все работал, все тянул, он нигде не ломался. Ну, реально не ломался. И это было для нас
Никто же не знает об этой теневой стороне. Но запчасти вовремя там подвести, хотя и не требовались, но тем не менее, всю команду, весь инструмент, там свет в конце концов поставить, да? Это были журналистские автомобили, Соболи, которые возили журналистов везде. Они тоже нигде не ломались. То есть это настолько все в комплексе. В общем, вот эта вот вся линейка оказалась очень надежной. Вадим, а вот машины вернулись, вы их сразу же, наверное, куда-то осматривать на заводе, да? Вот все-таки машины проехали, даже которые не участвовали в сопровождении, да, там по 5000 километров туда, в два конца. Те машины, которые к нам вернулись, мы подвергли полному исследованию. Мы не увидели на них. Хоть масло подолили, двигателя нет. Ну, масло, я думаю, что слили, прежде чем добраться до этих. А так мы не нашли никаких реальных недостатков. То есть, поэтому я говорю, что сегодня автомобиль «Газель», вся линейка продуктов, которые мы выпускаем, гораздо лучше, чем люди думают о нем. То есть, та огромная вот работа, которую коллектив провел за последние там несколько лет по решению и устранению всех каких-то там таких обидных иногда бывает недостатков, она дала свои результаты. Первый этап мы ехали очень аккуратно, на самом деле, на этом автомобиле. Ну, надо было и к штурману присмотреться, и вспомнить легенду, потому что я правда не понимал, как я еду. Мне говорит Рамиль, один из ведущих наших штурманов. Я вынужден прервать, у нас 30 секунд до конца эфира. Ну все. Мы можем еще общаться очень долго на эту тему. Сначала меня сгоняли с дороги, а потом перестали сгонять с дороги. Стали уважать. Дорогие друзья, мы сегодня обсуждали полноприводные коммерческие легкие автомобили ГАЗ. У нас в гостях был Вадим Сорокин. Это директор дивизиона легковых коммерческих автомобилей группы ГАЗ. Вячеслав Субботин, заместитель главного редактора журнала «За рулем» и гонщик. Ну я Павел Федоров. Смотрите канал «Автоплюс». Увидимся. Всего хорошего. До встречи.